В условиях смягчения карантинного режима в Азербайджане служба ОСАН оказывает гражданам все услуги. Прежде чем воспользоваться услугами службы, нужно занять онлайн-очередь. Это можно сделать посредством колл-центра 108, веб-сайта asangov.az, либо специального приложения ОСАН. Преимущество онлайн-очереди, полученной на веб-сайте asangov.az, заключается в том, что гражданин сам может определить время приема. Только это нужно делать за день до прихода в центр. При этом советуем гражданам приходить как минимум за 10-15 минут до назначенного времени. Посещая центры службы ОСАН, не стоит забывать и определенные правила. В их числе использование медицинских масок. Мы заняли очередь, позвонив в колл-центр. Все в масках, и меня это радует. Ношение масок в центре обязательно. Некоторые граждане надевают их только при входе, а затем снимают, ссылаясь на неудобства. Однако мы просим всех соблюдать правила. Всех приходящих в центр проверяют на наличие температуры. Также все граждане, обратившиеся в центр, должны соблюдать социальную дистанцию. Эсмира Алиева, Севинча Минзаде, Намик Гасанлы, CBC.